Всем хаюшки, с вами я, Бот, и сегодня мы смотрим видео об игре Marvel Future Fight. Я думаю, какое же видео сегодня записать, потому что что-то надо писать, чем-то надо вас радовать, дорогие мои зрители. Ну, случайно зашел в эту игру и вижу, что здесь появилось сегодня обновление, и не стал затягивать видео, приступая к нему. Значит, доступны новые персонажи здесь. В мире Future Fight появился совершенно новый соколиный глаз Кейт Бишоп, супергениальный инженер Железное Сердце и королева нелюдей Медуза. Сейчас мы откроем и посмотрим их. Так, это у нас, я как понимаю, соколиный глаз, наверное. Так, ну или нет, вообще это Железный Человек, в принципе, был, я так думаю. Просто картинка-то меня смутила. Так, окей. Теперь доступно улучшение костюмов, новая система, позволяющая игрокам улучшать костюмы. Вот это вот уже совсем интересно начинается. И да, и сразу нас встречает вот такая вот соколиный глаз. Давайте посмотрим. Не ожидал, я думал, все-таки это парень будет. Ну хотя Кейт Бишоп, в принципе, да. В принципе, да. Ну давайте рассмотрим ближе. Так, и у меня... У меня неполный экран даже включенный. Так, давайте сделаем следующее. Я включу звук в игре, потому что, ну, без звука что-то совсем как-то тоскливо мне. Так, включу звук. Открою весь этот экран. Извиняюсь за вот это вот все. Поторопился, да, поторопился рассмотреть новых чемпионов, новых персонажей. Ну вот, соколиный глаз. Кейт Бишоп. Выглядит она вот так. Довольно-таки неплохо. Хорошая такая леди. Давайте посмотрим, что она вообще умеет. Она умеет стрелять из лука. Она там кувыркается. Ну, в принципе, она покажет там не все удары, наверное. Не все приемы, что может. Потому что мы не открыли там. Ну, да. Да. То есть, ну, вообще анимация вот такая вот. В принципе, мне нравится. Окей. Так, она здесь без очков. А когда атакует, она с очками. Окей. Ладненько. Так. Да, кстати, Железное Сердце это было. Вот как. Это тоже девушка. Это тоже девушка. Это персонаж Железное Сердце. Отлично. Давайте посмотрим. Выглядит она вот так вот. И давайте посмотрим, что она вообще умеет. Она умеет летать. В принципе, как Железный Человек. Анимация у нас вот такая вот. Ну, в принципе, персонажи радуют, персонажи интересные, персонажи женского пола. Это, в принципе, вам не хухры-мухры. То есть их не так много. Ну, достаточно, конечно. Так, Медуза. Также Медуза. Вот такая вот Медуза у нас. Так она выглядит. И анимация. Анимация, то есть она прям сидит как будто бы на троне, вот такая вот, отличненько. Так, здесь она уже встала. Ну и понеслась. Ну, в принципе, блин, персонажи меня сегодня радуют. Вообще меня радует обновление, что что-то получилось, да, здесь появилось, что у меня получился видос по этой игре, потому что я хотел новый костюм на Капитана Америку. Давайте зайдем сразу в костюмы, посмотрим, что вообще новое появилось. А появились новые костюмы на Капитана Америку, который мы сейчас посмотрели, вот этот вот. Давайте поближе посмотрим. Вот такой вот. И что еще появилось? Халк у нас вот такой вот красный, да, вот с такими вот труселями, шортами, не знаю, называйте как хотите. Такой брутальный, с усами, в очках весь, как это, патронами, с патронташем, прям вообще типа крутой мужик. Также желтый жакет, чуть не прочитал, железный, вот так вот он выглядит в шлеме. Отлично. Ну да, радует обновление. Монстр, да, вот такой вот Халк Амадей Чо, вот он такой. Что еще? Еще кто-то. И белка. Девушка-белка. Вот, блин,
Вот на нее почему-то сделали костюм, хотя у меня ее нету. Но лучше бы на белую тигрицу бы сделали костюм. Вот было поинтереснее. моя такая точка зрения, конечно. Ну, кто качал белку, тебе будут, наверное, рады. Окей. Все меня пока радует. Распродажа. Распродажа на эти костюмы, что они стоят? Стоят 750. В принципе, мне на костюм хватит. Но вот единственное, на кого? Потому что, в принципе, у меня эти чемпионы не прокачаны. Эти бойцы не прокачаны. Так, что есть еще нового, помимо этих персонажей? Появилось ли что-то? В принципе, что-то говорилось про улучшать шмот. Давайте посмотрим сразу, отправимся. То есть моя топовая команда, вот это вот, чтобы, ну, не было никаких вопросов. Да, Человек-паук повышен до второго ранга, да, вот тут, в принципе, Белая Тигрица тоже у меня уже повышена до второго ранга, да, стараюсь я в эту игру играть, не забрасывать. Вот. По шмоту. Давайте попробуем. Что можно с ним делать? Ну, давайте, не знаю, куда-нибудь кликнем. Ну, в принципе, вот это, по-моему, было же. Вот это было. Я не знаю, что с этим делать. Если кто знает, напишите, что с этим делать. Ставить, усилить. Так, изменить параметры можно, в принципе. Ну, окей. Это, мы не будем... Ну, в принципе, здесь их надо где-то собирать. Вот эту уру. Где-то можно собрать, и в принципе тут можно вставить какие-то, добавить новые параметры. Конвертация. Так, что можно делать со шмотом? А вот тут надо разобраться, да. Ну, давайте еще куда-нибудь кликнем. А, может быть, кто не, у кого не одетый шмот дополнительный. В классическом, может быть. Нет, в классическом тоже ничего нельзя делать. Угу. Ладно, окей. Костюм. Нет, не знаю. По костюмам, по одежде я пока не могу ничего сказать. Ничего не нашел. Если я не разберусь, что можно сделать там с костюмами или с... что-то можно сделать, вроде как писали, то напишите мне комментарии, и, возможно, мы рассмотрим это, если вам будет интересно. Так, что тут можно? Здесь можно сундук сбора. Давайте купим сундуки сбора, потому что у меня уже очки вот этих сбора уже полные. Вообще, сейчас мы откроем всякие сундуки, да, я вспомнил. Я давно не открывал, в принципе, копил их для видео, чтобы открыть вместе с вами. Сейчас откроем сундуки и еще посмотрим, что тут можно вообще сделать в этой игре. Биометрики, отлично. Так, все. Здесь все, да, здесь все. Забираем вот это вот все. Вот это вот все, в принципе, тут еще хватит. Ну, ладно, не будем заморачиваться. Все это забираем. Да что такое, уведомление. Вот это вот хорошо, обновление завершено и дают нам... Вот эти вот звездочки, чтобы прокачать чемпиона до 5 звезд. Отлично. Забираем. Что-то еще там дали. Помимо этого. Все отлично. Когда кидают вот такие подарки, меня они особо радуют. То есть меня они всегда радуют. Подарки, которые хорошие. Так. Можно через арену, да, так, тут, в принципе, мировой босс, царство теней, ну, тут, в принципе, ничего не было нового, не добавилось, ну, в принципе, там и не писали. Так, магазин жетонов, давайте посмотрим, что есть здесь. Здесь у нас жетонов 1165, поэтому маловато, поэтому открываем вот так вот. Ну, вот, всякие биометрики получили. Закрываем. 340 остается. И еще мы можем парочку обычных купить. Вот таких. По одному штучки. Таких сундучков. В принципе, биометрик накидали неплохо, я бы сказал. Но вот здесь вот сундуки хаоса. Здесь можно разгуляться, открыть прям очень-очень много всего. Тех, которых я качаю персонажи, тех, которых я еще не качаю персонажи, и которых буду. Вот, в принципе, вот это меня радует. Черную пантеру я качаю, поэтому мне они нужны.
Только я сказал, что меня они радуют, а меня перестали сразу радовать этим. Воу-воу-воу-воу. Так, все, да? 960. 960 можно сделать вот так вот. И что? Ну, в принципе, окей. Так, больше здесь ничего нам не хватает. Ну ладно. Биться мы не будем. Не будем. Так. Что можно еще? Эпическое задание. Эпическое задание. Здесь все понятно. Это все то же самое. А, бета-тест, турнир. Там, ладно. Не доросли, наверное. Так, пространственный разлом, вторжение мирового босса. И, по-моему, что-то это уже было, но я вам этого не показывал, по-моему. Блин, а что тут вообще происходит? Ну, давайте, не знаю, попробуем куда-нибудь войти, что ли. Опять отхватить очередной раз, да, и успокоиться, понять, что, блин, мы не настолько сильны, что у нас так все хорошо, да. Ну, давай, где моя команда топовая? Вот это, да. Можно, конечно, вот это еще закинуть было бы сюда. Вот этого персонажа, но... Но он не дает бонуса к основной команде. А, это идет битва. Еще добавляются другие игроки. В принципе, вот здесь вот хорошо, да. То есть есть вероятность вытащить, если твоя топ-команда не тянет, то, может, другие тебе помогут завалить босса. Ну, посмотрим вообще, что тут. Получится ли у нас или не получится. Давайте. Я здесь ни разу не бился, честно, ну... Поэтому мне, в принципе, интересно. А, конечно, опытные игроки, которые уже давно играют, да, возможно, это не будет интересным, то, что я тут бьюсь, но те, кто новички, и у кого нет таких сильных персонажей, как у меня, и слабее персонажи, я не говорю, что у меня там супер-супер сильные, я всех хвалю, но кого еще слабее персонажи, возможно. Возможно, возможно, будет интересным вот эти поединки, вот это видео. Ну, а мы попытаемся все-таки победить босса. Ну, сколько ж можно проигрывать боссом? Вот на самом-то деле, жестоко играю. Пусть я не сильно много играю, да, ну, где-то примерно с весны 16-го года. То есть я играю меньше года в эту игру. И вот такие у меня достижения в этой игре. Вот, ну... То есть ориентир вам дан. В принципе, можно, если постоянно играть, прям вообще постоянно, то можно достичь еще больших результатов. Я как бы играю, ну, не так часто. Да, я захожу, собираю всякие бонусы, немножко воюю где-нибудь, и на этом все заканчивается. Если уделять игре больше времени, то, в принципе, можно прокачаться и быстрее. Так. Так. Это не могу. Что я могу? Я могу сжать вот это вот все. Я могу вот это все сжать. Ну, в принципе, мы не помираем вроде бы. Босс в этот момент помирает. И меня это радует. Неужели у нас получится? Неужели у нас... Так, общее здоровье героя. Все нормально. Наверное. Ну и у нас вроде что-то получается. Так. Что-то у нас получается. Да, да, да. Ну давай, хватит, хватит. Давай мы тебя быстренько завалим. Уж не терпится посмотреть, что нам дадут. Ой-ой-ой. А где мои жизни-то были? Что так все печально? Так, давай вот это используй. Вот это по-любому используй. Да что ж ты не используешь? А, максимально сильные атаки надо использовать, иначе все будет печаль. Хотя, в принципе, у нас еще есть один боец, и он, ну, очень неплохой. Так что все, мы победили. В принципе, все нормально у нас. Лучший игрок. Отлично. Пусть это буду даже не я, пусть это буду не я, но нам что-то дали. Необычный сундук припасов. Открыть сундук немедленно. Давайте откроем сразу. Ага, даже вот так вот. Нет, давай тогда инвентарь. А, выйдем. Выйдем отсюда. Хотя там можно было продолжить, в принципе. Но нужно ли нам это? Мы получили сундук.
Заходим в инвентарь, смотрим, что вообще мы получили. Так, где материалы? Все это не то. Вот что это такое? Компонент это что-то не то. Где мое все? Блин. Где все мое? Порадовали и забрали. Что я сделал не так? Надо было сразу открывать за 80. Ну ладно, 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 ладно. Не будем опечаливаться, так как мы в принципе победили босса. Конечно, мы нифига не получили с вами. Как я вижу. Или я не вижу просто. Вот. Если вы знаете, где это что найти, то в принципе говорите, потому что в почте тоже ничего нету. А, как бы можно обратно вернуться, да, нам вполне возможно еще что-то дадут. А, ну там, наверное, как я понимаю, вторжение мирового босса. Нет, мы дальше никуда не продвинулись, может мы... За прохождение совместной миссии. Уникальный сундук ИСА 8. Ну, в принципе, мне ИСА 8 как бы не очень, потому что мне дофига. Скрафтить я его могу. Уру редкий. Вот это да, вот, кстати, Уру, вот он, где находится. Это надо вот все пройти, да, чтобы достичь. Так, правильно же я понимаю? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да. Вот до сюда доходим, получаем урок. Все. Мы должны были получить и за 8 какой-то. Ну, может, и получили, я не знаю. Я думаю, что-то будет более интересное. Окей. На босса сходили. С боссом повоевали. По обновлению появились только у нас новые костюмы и новые бойцы. Которых стоит найти, стоит качать. Наверное. Не знаю, насколько они хороши, но выглядят они довольно-таки неплохо. Так, что еще? Можно зайти в миссии. Потому что последний раз, когда я здесь бился, я не прошел. Мне сказали, что, блин, твое видео только будут смотреть новички. Ну, пускай так, 60. Ну, нормально. Думаю, сейчас мы это затащим. В принципе, такое видео и снимается в большинстве случаев для новичков, потому что, ну, для опытных бойцов только можно показать прохождение всего, да, полностью. Прохождение всего полностью и все, да. То есть, что ждет тебя в конце. Ну, это тоже вариант. Ну, в принципе, мы новички. Я себя не считаю тут там опытным бойцом, поэтому я снимаю для новичков. Все окей. Так, бонус-класс идет у нас, да, на нас идут атакующие бойцы, мы называемся, а мы не помним, как называемся. Вот эта скорость, это у нас, забыл, ну бывает, все не упомнишь, потому что, блин, ну, играю я в разные игры, играю в разные, не только в мобильные игры играю. Всего не запомнишь и... Блин, ну не все видео я пишу, потому что, как я понял, что по немобильным играм, которые выходят на ПК, их мало смотрят, и я многие игры пропускаю. Особенно старые игры, да? То есть новинки, да, я пытаюсь записать, поэтому вполне возможно какие-то бесплатные новинки будут выкладываться на Steam, и я их пишу. Периодически бывает, что если что-то заинтересует, есть настроение, я пишу. Потому что, ну, просмотров они не собирают, как бы особого интереса их писать нечего, да, как бы, ну, я все равно их пишу, потому что, ну, надо поиграть, интересно самому, провести это время с пользой. Может, есть люди, кто оценит, кому понравится это видео, поэтому пишу новиночки всякие. Так, ну, в принципе, да, они очень довольно-таки мощные, вот эти вот... Вот это вот вся толпа, вот эти мобы, я хотел сказать. По привычке. Так, что я там еще разбил? Какой-то сундучок. Так, я не бегаю вот здесь, да, вот этим джойстиком. Я просто нажимаю на атаку, и он бежит сразу к первым попавшимся вот мобам.
Ну, не знаю, я очень часто раньше играл в RPG игры, поэтому там их мобы называли, я так их и бывает называю. А, могу рассказать немножко о себе. Моя первая понравившаяся игрушка, в которую я играл в RPG, это Diablo. Diablo 1, это, блин, жутко мне понравилось, с этого все и пошло, понеслась. Я начал жутко любить жанр RPG, я долго играл, потом мне это все надоело. Потому что я люблю крафтить всякие вещи, улучшать, находить что-то, одевать. Мне это очень нравится до сих пор. Но бывают моменты, когда все это надоедает, и даже жанр RPG мне своим привлечением внимания, что там можно много чего одевать, можно много что улучшать, мне он приелся. Вот. Ну, почему я это рассказываю здесь? Да потому что толпа, блин, такая нудная, и ее бить просто молча, неинтересно, а что-то говорить, типа, на, получай, я тебе сейчас дам в глаз, ну, блин, это все очевидно. Мы их бьем, а они получают в глаз, ложатся спать, мы бежим дальше. Ну, смотри, вот, блин, Человек-паук, прям просто огонь. Он просто выносит вот этих всех, как детей. И это меня радует. Вот что значит докачаться до второго ранга. Надеюсь, я все правильно говорю, ничего не путаю. Так, все. Нынешний финальный босс этой локации. Я думаю, сейчас мы затащим, потому что у меня есть поддержка. У меня откатится, наверное, команда. Можно было, конечно, постоять, подождать. И все было. Давай используем твою силу. Прибегнем, так сказать, к помощи. К помощи. К помощи кого? Ой-ой-ой-ой. Так. К помощи друзьям, да, я забыл, о чем говорил речь у меня, потому что босс смущает он тем, что он меня лупит не по-детски. Я его не пройду здесь опять. Вот это, блин, давай быстрее. А вот это вот лажа. Я думал, все, мы толпу раскидываем, Человек-паук пока что. Все, а у нас минус бонус класс здесь. Ё-моё, ну, блин, ну ты, тьфу на тебя. Давай, давай. Уже не давай, уже все плохо и печально. Все, выходим, я расстроился. Я расстроился, меня босс дальше никуда не пустил. Блин, ну да что это за фигня. Я бы сказал, это фигня полная. Уже второй раз играю, второй раз там уважаю. Ай. Что можно сказать об обновлении? Ну, в принципе, ничего не появилось прям такого масштабного. Да, появились симпатичные персонажи. Вот они, можете лицезреть, посмотреть еще разок, зайти, посмотреть сами на все это. Вот, да, хорошенькие персонажи, что-то можно сделать с костюмами, пока не разобрался, что там можно делать, пишите комментарии, подскажите, потому что, ну, честно, я не знаю. Вот. Ну, а на этом, наверное, мы закончим. Сегодняшнее видео подошло к концу. Давайте, что я сделаю, что его. Давайте на превьюшку кого-нибудь, наверное, какого-нибудь бойца сделать на превьюшку. Вот, пускай вот так вот будет. Пускай будет вот так вот, не знаю, как-нибудь вот так, что-нибудь, какой-нибудь ракурс сделаю, сделаю превьюшку, напишу что-нибудь там такое, обновление и тому подобное. Ну, а на сегодня это все, видео подошло к концу, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пока-пока, до новых встреч, увидимся в новом видео.